Всем привет, с вами Виги. Сегодня мы с вами поговорим о том, что в итоге получилось с новым балансом у Blizzard. Погнали! Если вы еще не знаете, то 15 числа этого месяца после технического обслуживания серверов Blizzard ввели новый баланс для мирового PvP. Они уменьшили весь получаемый урон на 40% по ДД и хило веткам. А по танкам оставили такую же, на 100%. Кстати, если хотите, посмотрите это видео целиком, потому что там еще понерфили очень много легендарных предметов. Ссылочка будет в описании. Ну и как говорится, момент настал, а он не встал. И тут даже эльфики сисястые не помогут. Да. Понимаете, смысл в том, что да, хорошо, что понерфили легендарные предметы. Ну как хорошо, ваншотов теперь не так много. Хотя с этим было, конечно, прикольно, не поспоришь. Но суть, ребята, в том, что они ни хрена не затронули самоисцеление, хоть какое-то исцеление и все в этом духе. То есть, по сути, сейчас хил специализации, то есть любой чувак хил, он неубиваем, он нереально неубиваем. Мало того, что он овер захиливается, так он еще и получает на 40% меньше урона просто по КД. И знаете, теперь смотреть на бой ДД против хила примерно во что-то вот это. В жизни можно наблюдать бесконечно за тремя вещами. Как горит огонь, как текет вода. И как бедный воин ебет приста. В общем, как-то так. Ладно, они хотя бы вас тоже убить не могут. Стали, знаете, такие безобидненькие, но и неубиваемые. Но по большей части вся фигня начинается тогда, когда вы начинаете сражаться против цели, которая имеет самоисцеление. К примеру, разбойник. Бьете вы его, у него критическое состояние, он уходит в инвиз, вылазит. О, а что это у него? У него уже фулл хп. Я думаю, ребята, вы смысл поняли. Ладно, я воин, я не могу хилиться. Но пускай разбойник дерется против паладина, так это опять же какие-то вечные бои получаются. А теперь самое интересное. Как вы помните, ДД и хилы получают только 60% урона из 100, в отличие от танка. Все танки получают, как и раньше, много-много пиздюлей. Но, поскольку легендарные предметы были понерфлены, и их уже действительно не так можно сильно ваншотать, танки по-прежнему остались неубиваемые, да. Мы раньше получали 100%, и сейчас получаем. И какая нафиг разница, убивали тогда с легендарками, убиваем и сейчас с понерфильными легендарками. Я, ребята, побегал, подуэлился и понял, что мой армс воин по-прежнему насасывает. Только в этот раз на 40% больше. Почему? Потому что теперь я живу на 40% больше, но эффект тот же. Я насасываю, я дохну. Но протовоин по-прежнему супер-супер гейство, да. Вот только не нужно писать в комментариях ко-ко-ко, да Близзардам насрать на наши дуэли. Да, господа, я знаю, что Близзам все равно на наши дуэли. Да, они, конечно, молодцы, хоть как-то среагировали на эти дебильные ваншоты спустя целый год. Но сделано это как-то на отъебись. Вот серьезно, что мешало ввести в дуэли PvP шаблоны? И не надо говорить по поводу того, что это как-то будет влиять на наш сервак, что он будет лагать. Я, почитав ваши комментарии к предыдущему видео, узнал, что кто-то играет на пираточках, и там введены эти шаблоны в дуэли, и все у них замечательно. Да, а нам с этим еще целый год жить, господа. Ведь новое дополнение к WoW выйдет только в августе или в сентябре следующего года, это в лучшем случае. Вспоминаю Лич Кинг, было все замечательно. Я, как не знаю, как по мне, это лучшее дополнение в плане PvP. Хочешь PvE, иди в PvE, хочешь PvP, вот тебе PvP устойчивость. Все были довольны. Ладно, господа, оставляю лично вас подумать над этим. Пишите ваше мнение в комментариях, я его почитаю. Не забудьте ваш старский лайк и подписку на мой канал, чтобы не пропустить следующий видос. Все, пацаны, всем пока. We'll be right back.